правительстве нашли способ, как решить проблему роста цен на авиабилеты из-за подорожания авиакеросина. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предложил, если цена на авиакеросин поднимается выше 48 тысяч рублей за тонну, что соответствует 70 долларам за баррель, выплачивать авиакомпании компенсации из бюджета, а именно деньги, полученные за счет нефтегазовых доходов. По словам Силуанова, такую меру могут принять с 1 августа. В ходе прямой линии Владимир Путин отметил, что в прошлом году цены на авиакеросин выросли на 30%, ну а билеты подорожали на 9 с лишним, чего не было никогда. Ну и предложил включить авиационное топливо в соглашение с нефтяниками о стабилизации цен.